А вы слыхали? Вы знаете? Оказывается, все наоборот. Нам всегда говорили, что Бог строгий и злой. У него везде надсмотрщики. Они про каждую ошибку докладывают Богу, и он наказывает людей. Будто все горести людские на земле от того, что Бог насылает всякие казни и моры, и катаклизмы, чтобы показать, кто в доме хозяин. А тут Библию достал, книга книг ее называет, и там Бог, Иисус Христос, говорит, о Боге Отце говорит. Ты представляешь, не надсмотрщик, не палач, но Отец. Я прочитал, аж заплакал, не поверил сначала. Потом еще стал читать, а там такое, вот смотри. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это уже совсем меня скрючило. Ломка началась. Я жил в страхе и ненависти, боялся Бога, делал зло, а потому что ничего другого и не умел. Меня зло, и я на зло. А тут читаю, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Бог, любовь? Неужели? И мы познали любовь? Опаньки, конечно. Я в раз все бросил и кинулся познавать Бога, который есть любовь. О, это дело. Это вкуснейший процесс. Это как если бы из темного подземелья, где змеи, скорпионы шипят и кусают, где руки и ноги связаны, глаза закрыты, и уши заткнуты, а во рту горькая отрава, ты вырываешься на волю. Ноги свободны, руки свободны, уши чисты, глаза видят ясно, нос от ароматов благодати раздувается, во рту яство неописуемой сладости, и сам Бог одевает тебя в одежды святости, и ты сознаешь, да, точно, это любовь. Душа поет, вокруг все цветет, впереди сияет небывалый красоты город, дом Отца. Господь Бог чудо сотворил. Смотрите, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Бог – Отец, а я Его Сын. Ничего себе! Мы все дети Божьи, вот это да! Конечно, узнав об этом, я теперь счастлив, я всегда в радости. Я весь под защитой Бога Отца, я в Его любви. Дорогой друг, вылазь из подземелья, пойдем к Отцу. Не бойся, Он всех зовет. Всех принимает, ведь он на землю приходил для того, чтобы спасти тебя, представляешь? Спасти и дать тебе жизнь вечную. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную.